Итак, сегодня в видео расскажу вам, что надо брать с собой на тормозок в поезд. Итак, классический вариант. Курочка, яички. Яички куриные или яйца, не знаю, как правильно, должны быть сварены вкрутую. То есть кипятим их не менее 10 минут. Кипятим не менее 10 минут. Хлебушек вот сам сварил. И колбаса. Колбаса должна быть такая, чтобы не отравиться ей, сухая. До классического тормозка тут не хватает сальца и лучка. Если летом, то это зеленый лук. Так, потом обязательно берем с собой шоколадку. Ну, я беру сникерсы, вот 3 штучки. И все это складываем в такие вот... Где это у меня контейнеры, даже один от майонеза, то есть которые будут не жалко выкинуть. Берем с собой термос. В термосе наливаем чай. Некоторые наливают коньячок. Но если вы едете один, запомните, бухать надо, когда вы уже добрались до пункта назначения, а не в середине пути. Если же вы ездите с компанией, то обязательно один должен быть трезвый. А то... понажираетесь и приезжайте не сюда, куда надо. Либо вам клофелин водку подмешают. Да, если все-таки у вас большая компания, один трезвый, спиртным запасайтесь заранее. Потому что у проводников водка, конечно, есть, но она вся дорогая и какая. Да никакая. В общем, пользуйтесь моими советами и не голодайте в дороге. Всем спасибо, всем пока.